У вас есть нервно-психическая энергия, которая у вас всегда вырабатывается. Однако, значит, и этой психической энергии требует траты. То есть вы должны ее тратить. Если вы не находите, куда ее тратить, то в вашем мозге всегда есть информация из прежнего опыта, ваши собственные негативные переживания, какие-то негативные вот стрессы, которые вы испытывали, страхи какие-то, депрессивные мысли, чувство нелюбви к себе, вот это вот, что вы что-то там не то, не сё, не пятое, не десятое. Вот. И, значит, если вы психическую энергию не тратите на дело, то она у вас тратится на вот это все страдание и переживание.